сейчас майские праздники, довольно плотный график. Я вчера приехал из Тверской области, провел там несколько дней, инспектировал две лодки. Сарга 31 и еще одна норвежская лодка. А завтра уже лечу в Ростов инспектировать еще одну финскую лодку. Нордстар. И так сложились обстоятельства, что сегодня придется в погоду. Погода просто шепчет. Дождь, ветер, холодно. Ну, Петербург, классический Петербург. Похоже на осень в Петербурге. И мы сегодня с Ваней. Ваня мой сын, кто не знает. Мы едем перегонять Крис Крафт. Сейчас сделаю небольшой обзор по этой лодке и покажем практически всю Неву из Дубровки. Доедем до Васильевского острова, туда через порт в Галерную гавань. Ну вот эта лодка Крис Крафт, 25-й Корсар. У него нос закрытый, не открытый, как у лаунча. Немножко расскажу, как она устроена. Вот это вот машинное отделение, мы его чуть позже посмотрим. Здесь у нас такой красивый кокпит. Два посадочных места. Капитан и его друзья. Сюда ставится столик, вот в это место. Все диваны. Под диванами всякие выставки для полезных вещей. Здесь располагается размыкатель массы, мы его всегда включаем и выключаем, когда приходим на лодку. Здесь у нас небольшой холодильник. Ну, несколько бутылок шампанского помещается в приход. Музыкальная система. Вот сюда, кстати, удобный надсек для кранцев и швартовых концов. И, как все любят, небольшая каюта. Она сейчас завалена вещами. Вместительная каюта для двоих человек с возможностью установки сюда биотуалета. Стереосистема. Чем мне нравится Крис Крафт, что это такая стилистика, повторяется стилистика 30-х годов лодок, американских лодок. Вот эти вот краснодеревые вставки. Посмотрите, как выполнен штурвал. Бронзовые вставки в штурвале. Штурвал регулируется по высоте. Повторяется приборная стилистика приборных панелей 30-х годов. Сами элементы сшиты кожей. Конечно, очень приятная лодка. И на самом деле, на удивление, мореходная. С погодой сегодня повезло. Но мы одеты по погоде. Джилл, Муста, Генри Ллойд. Те, кто спрашивали про одежду, пишите, я посоветую, какая лучшая одежда как раз для такой погоды. Погода просто шепчет. Для открытой лодки то, что нужно. Сейчас нас сбрасывают погрузчиком, обычный портовый погрузчик на вилах и опускают в воду, и мы поехали. Как правило, американские лодки оборудованы бензиновыми моторами по одной простой причине. Во-первых, бензин у них дешевле. Во-вторых, сам дизельный двигатель, как изделие, стоит процентов на 30 дороже. Поэтому в основном во всех американцах, если не заказывают отдельную опцию дизельной, то ставят разные вариации бензиновых двигателей. Здесь стоит 8.2 Magnum Mercruiser. И сейчас делаем первый старт. Вот очень удобный рундук для кранцев и швартовых концов. Двенадцать десять.
Я думаю, что на Васильевском мы будем через час 15. Здание, где можно делать селфи вместе с катером. Готовятся к параду Победы. Вот и боевые дизельные подводные лодки последнего поколения. Они приходят на ремонт на Адмиралтейские верфи в Петербург. А это ледокол Красин. А это новейшие атомные ледоколы строят на Балтийском заводе. Это новые ледокольного типа суда, рыбаки и сторожевики на Адмиралтейских верфях. Как я и говорил, 13:10, вот мы на Васильевском острове в гавани. Погода, конечно, не повезло, но прокатились прикольно. Вань, ты как? Холодно. Да, немного прохладно, руки мерзнут. Это один из моих любимых яхт-клубов, Галерная гавань. Мне он очень нравится. Здесь есть проблема, только вот этот мост, 2,20 примерно он высотой, еле-еле туда пролезаешь на аэролодке, ну и на любой лодке менее вменяемой, не открытой. Но место, конечно, супер. Тот, кто решит вопрос с мостом, тот победит.